Школьный вальс и последний звонок. С самого утра во всех образовательных учреждениях города по классическому сценарию пройдут линейки. Эпицентром событий традиционно станет Площадь Победы. Праздник начнется в 14:00. Виновников торжества поздравят художественные коллективы города, а лучшие выпускники и их родители получат благодарственные письма. Главное, чтобы все на этот праздник пришли с хорошим настроением, с праздничным настроением, с хорошим расположением духа. Вот этот дух, который вот этого праздника, и вот это в общем таком городском, что это общее мероприятие в рамках всего города, что для них, для наших учащихся нашего города Бобруйска, для наших выпускников. Вот это вот, вот если все придут с таким настроением, значит, я думаю, что праздник удался. После торжественной части колонна школьников прошествует до площади Ленина, где пройдет неофициальная часть с концертом. Организаторы всех секретов пока не раскрывают, но обещают, будет интересно. Для молодежи подготовят фотозоны, торговые точки и организуют выставки, дегустации. Выпускные экзамены пройдут с 1 по 8 июня. Людмила Любимцева, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.